нашим зрителям, да, что это по очень известный мюзикл «Противостояние двух гроссмейстеров». Ну и, конечно, тут и аллюзия, да, идет как противостояние двух стран, да, двух держав, Америки и России. Мюзикл «Шахматы», который написан в 83-84 году. Половина героев русские. Написана она вообще о русском шахматисте, которого зовут Анатолий Евгеньевич, гроссмейстера нашего чемпиона Анатолия Карпова, да? И только сейчас, уже пройдя по всему миру, этот мюзикл доходит до Москвы. Бангкок, древний почтенный, скоро станет волнительных событий ареной. В шахматном шоу невероятного масштаба участвуют все, ну кроме группы Абба. Это лицензия, это права определенные. Все, что мы можем менять, это менять акценты. Мы можем сократить какой-то номер или переставить его местами. Но дописать музыку или сцен за великих, на мой взгляд, Бенни Андерсона и Бьорна Ульвиуса, лидеров группы Абба, которые написали музыку, или Тима Райса, который написал потрясающий текст на английском, мы, конечно, ничего не можем. У нас будет другому, потому что это оригинальная постановка. Так не ставили. Добро пожаловать на чемпионат мира по шахматам. Чтобы обойти без потерь, дружеским советом не верь. В жизни каждый сам за себя. Саша, одна из центральных ролей. Скажите, как вам удается держать форму на таком высоком уровне? Я этими людьми не перестаю восхищаться. И как они это выдерживают, это я им задаю почти каждый спектакль, когда прихожу в МДМ. Как они выдерживают этот режим бродвейский. В ночном Бангкоке искушений много. Ты только волю тайным грезам дай. Да, и это каждый день ты играешь один и тот же материал. Выкладываешься на там, 120%. И ребята это делают на моих глазах, и я еще раз хотел бы им сказать, ребята, вы машины, вы просто для меня какой-то человеческий творческий ориентир. Я преклоняюсь перед их трудом, их талантом. Узнаешь ты, каким бывает рай, в ночном Бангкоке непростые нравы. Ты заблудиться здесь не будешь рад. Драйв такой, да, вот марафон вот этот, который актерский, который, мне кажется, ну, где такие еще ощущения можно получить? Я бы добавил, тут про усталость не особо поворачивается язык говорить, потому что это любимое дело, и когда ты занимаешься любимым делом, собственно, это усталость, за которую можно многое отдать. Вот это та самая, когда ты сделал свою работу хорошо, и эту усталость ты рад ощущать, поэтому... А выдержки какой-то на сжатых зубах морально-волевых, тут, да нет, речи не идет. Жизнь каждый сам за себя, и прежних связей не идти. Молоков, главный злодей мюзикла, да, которого играете вы, шахматы, КГБшник, пытаетесь ли вы его для себя оправдать, как учат в театральных вузах? Он, конечно же, в результате отрицательный персонаж. Ну и любого артиста спроси, это тут хлебом не корми, дай сыграть злодея. Это самое, пожалуй, одно из самых вкусных блюд в нашей профессии. Вот. А дальше, конечно же, его очень просто можно было оправдать. Это озвучивает сам Молоков, что есть идеалы, на которые мы равняемся, он в них верит абсолютно, беззаветно. И для него огромное потрясение поступок Сергеевского. Он не хочет его даже понимать, он не хочет его... Это вопрос веры. Самурай – это строй этих идеалов, и поэтому он жертва этой истории. И, собственно, наше детство проходило в советское время, в советской школе, мы были пионерами, да? Что-то помните из того времени? Помню, с какой гордостью и с каким упоением я наглаживал свой галстук, который с нашим знаменем цвета одного. И это для меня был такой утренний ритуал, когда я гладил свой галстук, который с гордостью еще любил бегать по коридорам, чтобы он развивался. Вот так. А, кстати, вот интересный комментарий, что Молоков состарится и в 90-е станет олигархом. Все верно. Да, если этот человек способен в безвыходной ситуации находить такие лихие ходы, то да, я думаю, он вполне сделал бы себе 90-е карьеру, вполне себе успешную финансовую карьеру. Честным до конца ты не будь, и не до себя.